Вандалы уничтожили детские письма Деду Морозу. Сегодня ночью неизвестные разгромили резной деревянный ящик с пожеланиями зимнему волшебнику. Более того, все письма оказались разорванными. В беседке на улице Георгиевской ящик поставили неделю назад ко дню рождения зимнего волшебника. В него бросали письма с поздравлениями, которые должны были отправить Великий Устюг, чтобы Дед Мороз выбрал лучшее и наградил его автора. Как нам пояснили в Управлении культуры, письма поздравления не пострадали, их успели достать из ящика, а разорвали вандалы конверты с просьбами детей о подарках. Мы, конечно, жалеем наш вот этот вот ящик почтовый, потому что в этом году он как никогда искусно выполнен. Работали лучшие наши мастера и художники. Это резьба и по дереву, и по картону, и затем очень, очень качественная роспись. Конечно, мы старались, чтобы и порадовать, и удивить, может быть, наших гостей и жителей нашего города. Очень надеемся, что мы его сумеем реанимировать. Обязательно установим в одном из парков нашего города. Мы пока думаем, в каком именно парке, но это будет рядом с троном Деда Мороза и обязательно на месте, на котором за ним можно будет тщательно следить. В будущем от установки деревянных почтовых ящиков планируют отказаться. Уже на следующий Новый год на Георгиевской появится расписной антивандальный ящик. Корпус у него будет металлический, как и у тех ящиков, что появляются ежегодно на площадках Владимира с 1 декабря.